Потом такая. Потом такая. Потом такая. Дай думать, но... Это ваша задача. Сейчас подняли, вы можете ноги вытащить из-под них, а можете через себя. То есть, опять же, вот это вращение. Выдержим. Вот здесь вот самое опасное, сейчас разберусь. Вот эту руку вытягиваю сюда, это остается на захвате. Идет туда киминами. Опасно, почему? Потому что опять нам надо расслабиться. Локоть. Понимаете, плечо. Если вы попытаетесь зайти на руку, то не получится. Вот, поднять. Выше. Вот, смотрите. Теперь, если я буду вот сюда его толкать, то он сделает шаг вперед. Поэтому я должен снять его в центр. Очень аккуратно, ладно? У нас 2 минуты еще.